Лето, учебный год закончился. Ну и парень решил уехать в деревню к дедушке. Посидели они там день, два, три, в карты поиграли, в шахматы. На рыбалочку сходили. Ну, естественно, ему стало скучно. Но дед был продуманный фраер, уже с опытом. И подумал, чем бы занять своего любимого внука. Подумал, а давай-ка я с ним на охоту схожу. Подходит он внуку и предлагает. Внучок, а ты не хочешь с дедом пойти на охоту? Ну да, дед, я как бы согласен, никогда не был. А на кого охотиться будем? На медведя пойдем, только ты не бойся, хорошо? А, хорошо, а как мы будем на него охотиться? В общем, берем, идем в лес, находим нору эту большую, только ты не бойся. Находим медведя, берем палку и суем туда, в эту дыру, только ты не бойся. Медведь выходит, только ты не бойся. Берем трусы, ставим на голову ему, только ты не бойся, внучок, не бойся. Берем дерьмо и вот так по роже медведю. Только ты не бойся, внучок. Вот все вот так делаем. Медведь наш. Наш медведь. Ну хорошо, дедушка. Как бы я тебя понял. Так поймаем мы медведя. Так у меня один вопрос к тебе. Где там в лесу дерьмо найдут, трусы мокрые? Не волнуйся, внучок. Будет медведь, появятся и трусы мокрые, и дерьмо.